Всем привет! Вы на канале Цветик Семицветик. Сегодня мы с вами изготовим вот такие забавные закладки для книг. По шаблону, прикрепленному в разделе «Сообщество», вырежем все детали. Сначала сделаем тела нашим закладкам. Чтобы они были двухсторонними, приклеим их на фоамиран такого же цвета. Аккуратно вырежем по контуру. У нас получилось двухстороннее тело. Приклеим к нему животик. Также поступим с телом кота, мышки и лягушки. К телу мышки приклеим двухсторонние лапки в стык. Все, тела для закладок готовы. Теперь сделаем объемные головы животным. Для этого обе детали головы кота прогреем на утюге. Получившиеся объемные детали склеим между собой, промазав контур одной из них термоклеем. У нас получается вот такая объемная голова. Приклеим к ней черный рот и язык. Не забудем про глазки и ушки. У нас должна получиться кричащая голова котика. Приклеим ее к уже готовому телу. Все, первая закладка в виде раскладывленного котика готова. Теперь прогреем на утюге детальку головы мышки. Напомню, что тело мышки мы сделали уже в начале видео. Голова мышки конусообразная. К одному краю треугольника приклеим полоску вот так. Выступающую часть смажем термоклеем и приклеим к ней другой край треугольника. У нас получился конус. К основанию конуса приклеим выпуклый круг. Ножницами срежем кончик носа. И приклеим к срезу бежевый круг носик. К получившейся голове нужно приклеить нижнюю челюсть и язык. К стыку конуса и затылка приклеим уши. Украсим голову глазами. Смотрите, какая голова мышки у нас получилась. Теперь ее приклеим к телу. Вот еще одна закладка готова. Теперь сделаем закладку-лягушку. Два зеленых круга прогреем на утюге до придания им объемной формы. Получившиеся выпуклые детали нужно приклеить к черному фоамирану. Аккуратно вырежем детальки по контуру. Теперь их нужно склеить между собой с одного края, имитируя открытый рот. Вклеим язычок и приклеим глаза. Получившуюся голову лягушки приклеим к телу. Все, еще одна закладка в виде раздавленной лягушки готова. Давайте посмотрим, как они будут смотреться в книге. Если вам понравилась идея таких закладок, обязательно напишите в комментариях. И если вы захотите, я сниму мастер-класс по изготовлению закладок в виде раздавленных других животных. Мне больше всего понравилась лягушка, а вам? Вот такие замечательные закладки у нас с вами получились. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Пока-пока!